хороводы, песни, пляски и, конечно же, блины. И вот и подходит к концу один из самых веселых, интересных и длинных праздников – Масленица. А как провели блинную неделю саровчане, мы с вами узнаем в новом выпуске программы «Хочу сказать». Праздник, когда блины пекут, встречают весну, провожают зиму. Да, не знаю. А блины уже ела? Да. А какие? Обычные просто. Может, какие-то самые вкусные? С чем вкуснее их есть? Вообще с вареньем. Вы знаете вообще, что такое масленица и как ее надо проводить? Относительно, да. Масленичная неделя. Дома готовят блины. Вообще все вкусно. Отвечают в кругу семьи. Да. Вот. Все весело, все русские народные праздники. В конце, по-моему, недели сжигают масленицу. Примерно понятно, что это масленичная неделя. Вот, что блины едят в первую очередь, что готовится сжечь масленицу. Как все описано уже давно. Это в русских традициях вся неделя, каждый день имеет свое название. Вся неделя расписана, что я буду азы повторять. Это все известно всем. Как ее надо праздновать? Как праздновать? В гости ходить и гости, в гости приглашать. Блины разнообразные печи. И вообще добреть, худеть на блинах-то. Весело. Блинами. Как еще? В компании друзей, близких. На природе можно шашлыки нажарить еще заодно, потому что последняя неделя, а следующая будет уже пост. Если честно, Масленица – это достаточно популярный праздник. Вот, его празднуют по всей России и, конечно же, угощают блинами. Без блинов Масленицы не будет. Так а блины поели-то уже? Да. Нет еще. Исправляй, надо обязательно. Угу, хорошо. С праздником вас, девчонки. Спасибо и вас. Я предлагаю есть блины, как и все стране. Но я есть блины не буду, я буду есть творожники какие-нибудь такие, знаешь, вкусные. Напеку их там, наварю. Знаете, что надо есть эти вареники, которые вот бабушка раньше готовила, когда сосиску такую вот делают, ее режут, потом варят. Вот эта вот вкусная штука с каким-нибудь медом или вареньем. Вареньем каким-нибудь клубничным, который остался с того года. Вот я буду так буду отмечать Масленицу. А сжигать чучело надо, собираться, гуляния массовые. А вы как-то будете? А как же, блины будут сегодня. Сегодня, завтра. Кульминация праздника – масленичное или прощенное воскресенье. В этот день принято провожать зиму и торжественно встречать красавицу весну. Будем надеяться, что весна уже у ворот и морозы наконец отступят.